В данном видео будет рассмотрен жилет фирмы Diego третьего размера. Жилет имеет 6 различных расцветок. Сделан из водоотталкивающей плащевки. Внутри наполнен силиконом. Сверху жилета есть ручки для переноса собаки. Но практиковать длительные переносы собак мы не советуем. По своему опыту заметим, что этот размер жилетки отлично подходит французским бульдогам и мопсам. Согласно слову производителя, этот жилет также подходит таким породам собак, как китайская хохлатая, бассенджи, такса, кёрн-терьер, джек-рассел-терьер, брюссельский грифон, бигль, кинг-чарльз-спаниель, кокер-спаниель, карликовый пудель и пекинес. Ваш любимец должен двигаться свободно в жилете, одежда не должна ему давить или свисать с него. Поэтому рекомендуем обращаться при выборе одежды к размерной сетке производителя.